Анонс и точно до выхода 128 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 128 серия сериала выйдет в эфир 22 июня. В новой серии мы увидим, как многие любви закончилась из-за гордости. Как можно вынести это горе? Здесь ситуация Барана и Дилан плачевна. Даже судьба теперь считает, что очень скоро пара признается в любви друг другу. Мать Барана станет бальзамом на рану дуэта с помощью записки, которую она оставила на странице в прошлом. Эта сцена очень значима. Мать Барана официально передает послание своему сыну и невестке. Теперь Баран и Дилан должны открыть глаза и попытаться увидеть правду. Эта любовь не должна закончиться в зале суда. 128 серия сериала выйдет в эфир 22 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.